Какие решения сегодня доступны на рынке информационной безопасности для восстановления бизнес-инфраструктур? Ну, безусловно, все знакомы с решениями бэкап, это резервное копирование. Также все знают решения, построенные на железных носителях, таких как SAN2SAN. Но мы представляем здесь решения эффективные, построенные на базе ПО, software. И в этом смысле мой доклад был как раз о том, об отличиях и преимуществах решениях на базе software перед обычным бэкап или носителями SAN2SAN. Каково отличие традиционных технологий резервного копирования от предлагаемых вами? Ну, основные отличия в том, если смотреть на решение бэкап, это то, что делается это все не в режиме реального времени, а это происходит с какой-то периодичностью, или ночью, или каждые час, два, 15 минут. Также эти решения требуют больших нагрузок на систему, загрузка I/O, загрузка каналов. Наши решения мы можем делать по тонким каналам, более дешевые во внедрении, и цена по лицензиям, по обслуживанию также в разы дешевле. Что вы ожидаете от данного мероприятия? Ну, безусловно, видим много наших уже партнеров и также компаний, которые уже сделали внедрение наших продуктов, рады с ними общаться. Также много интереса к нашему стенду от СОД, от интеграторов, от конечных пользователей. Поэтому, ну, в прошлом году участвовали в выставке, получили очень большой приток клиентов, и в этом году рассчитываем на такой же эффект от выставки.